Всем привет, это у нас каточка, это полуфинал или финал, точно не знаю, это БВ5, у нас в сетке лузеров играет Ахамотный Абузер, ВСА и Хикару. Очень должна быть интересная катка, будем следить за пиками, комментировать и анализировать все поступки игроков. Надеюсь, ничего не случится. Все будет отлично. Никто никого палить не будет. Так, сумка есть. Что тут у нас? Питроль, вода. Кроме воды, стимроллеры есть. И... Он сразу заролил. Так, спидтролль, хорошо. Так, тут арчи, крабы, вс, деньки, козы. Ну, вроде нормально. Полбрит. Интересная мысль. Троль за ролем был. Он поставил спидтролля и за ролем. Ну, в принципе, неплохо. Есть чем подстроить. Есть яйцо, есть краб. Есть аппарат на 10, например. Так, тут яйцо. Сразу же. Так, что у нас Леха остается? 3-0. Тут имбище. Один футмен. Ну, возможно, если хорошо стакать, то, наверное, дефнуться, да? Так, тут виспов. Это не будет делаться ламбира и будет достраиваться мудмент. Или райдер. Так, а тут все печально, но есть крабы с яйцами. Так, какие у них проблемы могут быть? Тут можно построить сентриков, духа, тени на танковку и феникса. Ну, тоже все неплохо, достаточно. Так, ахамоты у нас отводят, да? Это плохо. То есть за 20 плюс, возможно, у них будут проблемы, потому что инкомеры отводят, это не очень хорошо. Так, вот мне интересно, он дефнет с пивиком за 25. Ой. Простите. Кась. У нас мобов. Так, вроде бы дефчик, хорошо. Так, засыл пошел, берцы есть, тут копят. А, ча, 28 хп. Рисковые парни. Так. Что тут под достройки? Тут, наверное, добавится Леха и Крабик. А, тут в центре, даже весь в центре. Вот там Крабик, отлично. Не совсем какие-то мега хреновые пик у него. В обоих вроде бы можно разыгрывать, но если они пустят где-то до 10, ну точнее, наверное, даже до 5, потому что дальше будет еще намного хуже, потому что на 7 они, наверное, вряд ли дохнут. Они будут, наверное, апаться. Так, что тут? А есть хермитурса? Странное, интересно. И что-то они докинули лучку. Ага. Ну, привет, наверное, лик. Если что это лик, потому что Са сейчас лицо идет. Ну, кстати, пустят, наверное, штуки 20, да, наверное. Ой, чуть-чуть ошибся. Что тут у нас? Тут у нас деф. Нет, это не деф, это лик. Это лик, но по количеству лика действительно
пацаны просели, тут 19 мобов. Ну, интересно, они прочитают, а что? Побаунти. Солян устроится. Так, интересно, а что они лучку туда кинули? Мне аж стало любопытно. Прям на максимум кинул Леха у нас. Мобхакер. 228. Так, досыл есть. Есть Урсахер Гид, как на второй волне. Чего они ждут? Ну, Лехе надо яйцо ставить. А тут тапается луна. Ну, вроде бы есть два яйца, но я не знаю. Сколько это хорошо. Тупо ДПС по волне только у Хаугрида, плюс, наверное, вот тролля еще, но он совсем медленный. Ну вот Хермит, наверное, полезен тут будет, потому что есть луна, которая сплэшит. Так. Тут что-то они не докинули. Они любители, когда противник пускает, докидывать. Да? Походу прочитали Арчо. Так, Трирчи есть. Они в передефе, знают, что есть возможность засыла, особенно когда они бикнули 19 штук. Так, что тут? Стало снова, это, наверное, хорошо. То, что Хермит бы выхиливал, то, что Луна дамажит, а тут Урса, так Урса, типа. Но, что я могу сказать? Та сейчас разобьет лицо с Энтри неапнутой, да? А пошла бить лицо на луне, добьют. Так, ну лик, наверное, все-таки будет. Так, наверное, чуть-чуть поднимем. Капец. Так, ну сколько они ликнут-то? А, 13 штук. Ну, считаю, они отбили то, что ликнули на 2. Так, что тут у нас? 79, они апнули короля, да? Нет. Кинули? А, у них просто ламбер был. Ясненько. Так, что-то по засылу. Засыл идет. Есть орк. Тут есть командир. И спам. Так. Горк это правильно. Орк есть. Ну. В одном варианте сейчас хорошо, когда орк прилетит, это если он прилетит в основу, потому что он может дотянуться до отводящих юнитов и разбить им лицо. Так, поставит ли Арчу отвод? Мне вот интересно. Вариант Арчу отвод прям самое то. Но они походу апнут просто Арчу. Да. Есть обоюдный засыл, но блин, ну тут в принципе нечем дефать. Есть яйца, они спасают, конечно, ситуацию. Не так много пустят, но, скорее всего, что пустят. Вода вообще нет, ну, не знаю. Пусть они так думают, но, скорее всего, лучше было на что-нибудь доставить. Пусть так решают. Ну, очень отличный вариант будет для них, если орк пройдет в основу. Сейчас заценим. Курса, командир, спам. А орк в основу-то не пришел, сейчас будет. Или что? Орк, орк, где орк? О, блин, а, он в основе, да. Так, они построили кра. Этим. О, блин. А чё одну орк заел? Ну, блин, думаю, нормально, а тут что у нас? Тут вообще печалька. Хотя две луны, ну вот Урса подошла. Я думал, намного больше все будет. Ага. Ага. В общем, блин. А тут что? Ну, Урса, наверное, добьет лицо, да, разобьет. Ну. Так, на фантома они не подумают. Я вот это Арча. Сейчас за пятый заценят, я думаю, они начнут сейчас сапаться.
Ну, сначала от скилла зависит, может быть, они попробуют кинуть, например, шестую за короля. Так, у нас бузер сидит 5-1. Стабилити стан. Станчик. Волна. Ну, скажем так, чем пофиг, какой скилл. У них темп хороший, они, точнее, для них очень хорошие условия. Потихоньку вторую ликнули, третью ликнули, четвертую немного ликнули, да? Есть это такое дело. Так, тут яйцо еще одно добавляется. Боятся. Тут второй тиник появился, да? Тем два алхомутного. Они кидают, они ни о чем не прочитали. Так, а что тут постройки 4 арчи плюс арча неапнутая. Отвод. Достаточно хороший. Тут есть еще арча в отводе на второй линии. Я думаю, это дефчик. Сейчас заценим. Отвод сам тут должен быть. Ага. Если даже они ликанут чуть-чуть, это даже им на пользу будет. Ну, скорее всего, что нет. Вот арча неапнутая стала под дамаг. Второй пачки, даже первая пачка, да, отлично. Тупо не прочитали арчей, могу сказать. Так, а тут, наверное, у нас приотводник. Упс. Так, ну луны две штуки задефают, эта пачка, да? Так, 7-3, 7-4. Ну, ровно пачки идут, очень ровно. 400 леса на руках, это у нас у Тинкумера. Дохера, наверное, леса вообще нету, да. Он тупо ломится. И чё? Чё, апинг, гоу. Так, надеюсь, сомнения у Икару развеялись. Он думает, что я быстро полил бы ихние пики. Но, учитывая, я надеюсь, здравое как бы сознание к нему придет и больше такого не будет говорить. На арче кидать биоксы, ну прямо такое. Они подумали, что это не арча, потому что они очень мало ликнули, это три штуки кабана. Один из них застрял, и поэтому подумали, что там есть очковый из них со сплэшем. Так, сейчас будет очень больно. 600 леса. И тут прилично. Я думаю, где-то на дерево 500 нам скинет. А, этот. На седьмой. Ну, пока что-то не кидают. Так, вот засыльчики есть. Это интересно. О. Закомбили они засыл, они верно кинули. Вот тут дикий ап. Дикие танцы. Ну, что я могу сказать, сейчас сей заломбится прямо на максимум, я думаю. Они восьмой вряд ли будут бояться. Плюс есть волна. Леха, наверное, с Леней кинут на какую-то девятую волну. Если они уже поняли, что это арча. Но поздно. Так, что тут? 325, я думаю, это будет operation. Operation. Или нет, вот спидтрапнуть вообще зачет было. Да? Марта. Так, а куда он убил голду? Яйцо. Куда он голду? А, нет. А, вот, от Марта его, да. О, да, внутри, хорошо, отлично. Так, засыльчик что-то мне кажется таловатый. Один хермит. Три орка. Ну, что, я думаю, если два орка придет в основу, это будет самое то. Так, что тут по апу-то? Пять атаки. Так, одного орка вижу с виверной, это для них плохо. Что-то по яйцам. Яйцо не загорелось. Одно. Вот тут и орк бьет яйцо. Вот загорелось. Походу, тогда орк не успел ударить. Загорелось. Хорошо. Вроде достаточно нормально. Бракованное яйцо. Одно оказалось.
Вот как раз-то, наверное, то, что надо. Или нет, самое то вообще. Ну, учитывая, что верно не добили, но это, наверное, все равно. Очень хороший деф за счет яиц. Молодцы. Тут есть три луны. Ну, я думаю, засыл ликуют металлы. Тут еще хермит, да, вот на минус. Ну, я так полагаю, что это дефчик. Хотя 3 хп. Что тут? Ламбер. 19 штук, ну, 6. Еще. Еще. Наверное, надо еще. Да нет. Не, вроде нормально. Хермита нету. Можно сразу станить. Сейчас верну. Ушлепают. Нет, начали с СРЦ. Что, наверное, правильно, так командор повеселее будет бить по сатирам. Да. Да, отлично, все, рапнули, отлично. Небольшая паника у меня произошла. Так, тут за досыльчик идет. Что-то у нас сей вообще не ломбится. Он хочет что-то доставить. Не знаю, что он хочет достать. Сколько у меня арчей? 7 арчей. Я бы его на месте, наверное, после таких апов короля все-таки. Еще один ламберчик запилил. Нет, не хотят, да? А что можно кроме арчей поставить? Роллера, ну, блин, такой. На, восьмой особенно. О, ламберчик. Все-таки все делает правильно, грамотно, пока их ошибок не допускает. Он поставил медика. Угу. Тут такой сатиник, еще сколько тут яйцо, тут еще добавляется по... Два яйца тут добавляется. Говорочка по Фрейду. Вот так. Так, команда, да. Тут пока все интересно, яйца забирают. Ну, тут все яйца должны бежать. Вопрос, хватит ли ДПСа в основном, или не хватило, одно яйцо не загорелось. Повтыкал момент, вроде бы не загорелось. Ну, вроде бы все должно у них быть по отводу. Ну. Да, все отлично. Они вроде успевают первую пачку забить. Или нет? Да, успели. Сейчас добьюсь. Ну, что я могу сказать? Молодцы, парни. Ага. Кликнут, наверное, штуки 20. Наверное, даже меньше. Не, 20 нет. Давай. Не добила луна, так бы я был предсказателем. Вангой. Нострадамусом. Эти ипостаси, которые я знаю. Так, а тут у них деревца есть. Они могут кинуть на 9. Ну что, тут вопрос, они будут кидать? Тут 22, вроде кроли нормально. Все отлично у них. Я думаю, они париться папу не будут. Ага. Ага. Да не должен уходить. Толок. Толок не должен уходить. Угу. Ну, девятую не бросают. Интересно. Вообще прочитали, но не кидают на девятую, да? Хотят очень много кинуть на... Ага. Тут вроде по лесу все отлично, 7-6 инкомер выйдет. А что будет этот делать у нас дефер, не знаю. Тут вариант построить стима и апнуть его только так, или крабов наставить. Они впитывали босса. Крабика 2 на апнутых. Поле. Ну, чтобы не палить 7 роллера. Я не знаю, что они хотят. Сейчас увидим. Шаманчики есть. Ролится, наверное, пока если не будет. Все-таки 3 поставят 7 роллера, да, если ролится. Тут кони, финики. Финики нельзя, финики ролится. Кстати, как вариант, есть очень хороший. Посидеть М5 и поставить апнутую арчу.
прям за часов будет. Я думаю, ему хватит. Так, засылов нету, лапы. Ну, блин, скучно, ребята. Где экшон? Почему нету засыла на 9? Мне вот интересно, что он все-таки поставит. Так, 28 голды, да? 105, 200, надо там 115 вроде коза, плюс 40, это 155, посмотрим, он наберет. Ну, чисто, и он должен, если он сейчас будет тапать, не сидеть, тратить. Ну, засыл тут такой плотненький, прям охрененчик. Ну что могу сказать, наверное, хомотные с Сабуиром прошли этот путь с первой волны тут до десятой прям отлично. О, кстати, досыл. Досылчик. Так, одна, две гули, три гули, две гули, да, ага. Так, а тут засыл-то поплотнее. Так, чё, козу поставишь? О, и не читается. А, вот этого бы я бы не стал делать. Ему надо продавать краба. Ослаблять отвод. Ого, он там краба что ли? Фига себе. Козенька, козенька, козенька. Козенька. Козюлечка. Блин, прям интересно, как вот это все дефнится. В принципе, стимброллер отнутый, но, блин, он уже будет танковать. Так, слушайте, блин, ну это капец, да? Добавляют. Ну, вот тут не хватает арчевки одной-то. Прям. Существенно, отвода нету. Орк только выбежал, он только АГ пробил, а тут уже падает вторая пачка. Ой, точнее, вторая линия. Прошу прощения. Хотя вот тут еще вроде бы как нормально. Ну, чуть-чуть ему не хватило вот того крабика, который он продал. Я не думаю, что у меня стимроллера очень много ДПС, но у меня потому что там был спам. Короче, не всегда добивали этот спам, но при этом били 3 босса. Еще. Ну, для них это стандарт. Но тут без засыла, ну хотя там с минимальным засылом, вот я не посмотрел, конечно, обидно. Так, что могу сказать? Так, по итогам. Есть инки, есть аппараты. Отвода пока не наблюдаю. Ну, возможно, исход очень-очень. Если приспичит дефать этим пиком, наверное, крабов будет тапать. Или хотя бы, ну, аппарат тыкнет-то, наверное, да? Или он уже тыкнул, сейчас проверим. Так, король у нас 19-14. Прям, ух, конфетка. Купят 400-300, возможно, кинут, да? Повали приблизительно одинаково, да? Я чуть больше всех покажу. Ну да, они хомот на сабузером больше пускали, это логично. Так, ну чё, видит стимроллера, что они будут делать. Три русы. Ой, это две баллисты, одного пса. Заговорился, ошибочка. Так, что-то они замышляют. Хороший радист. Ну не знаю, блин, стан, два хила, прям интересно. Куда они будут копить, они увидят сейчас тимников, возможно, какая-то 15-я. Да. Ну, самая страшная ошибка, которую они могут допустить, это кинуть на 16-ю, потому что есть яйца. Все, поздравляем с дуэлькой хомотного быра.
Как достаточно плотно они заслали. А эти куда-то копят, да? Ну, тут барик, ну, 7-10. Надо рано кидать. 800 леса. Ну чё, лохомотный буйер, чё вы будете делать? Видите, стимроллеров и. Мне прям интересно. Ну, наверное, Мартуан, да, Алексей? Что у нас по Андерику? 7779. Ну, блин, не сильно отстали, но... Я не знаю, что делать им. Очень-очень интересно. 6-4. Что вы хотите кинуть? Не, апают. Так, ну вот, походу, 17-е. Пофиг на стимроллера. Ну, за сына 12-е, это интересно. И то, что там яйца. Как бы сейчас в кросс не уйти. С этой сигапшой, учитывая, есть морта, киники и все это под спектролем. Киники там еще она будет наваливать. Кстати, тиник не всегда добивает 12, тут помогут лун. Очень кошки эти. Очень помогут на 12, я думаю. Странное решение, очень странное. Ага. Что они семафоры? Интересно. Знал, что там нету мутантов или чё? Или наоборот есть. Надо посмотреть, что продал сей. Я думаю, это чё, может, не продал. О, это точно 17-е, да, учитывая короля. Я не думаю, что они переживут без усыла до 17-го, но махта, тут самое главное махта. Оп, изи. Изи бризи, оперейшн апает, чекло, Лёха, махта, Алексей. Одну махту, блин, ну писи. А ему еще отводить этим какашкой это. Ну, очень странно, то есть, блин, вот сейчас, он сейчас пожалеет ужасно. То, что не кинул уточнение в морту, и потом уже не добавил аппарата и не завалялся. Сейчас он пожалеет, все жутко. Этот аппарат сейчас... О, завалился, что? Телефон, спектроль, ничего полезного. Ничего. Печально все у них, да? Как бы, ребят, я не знаю, зачем они кинут 12, может это 20-е пойдет. Будет сидеть овердефом. Ну, в принципе, 7-10 им надо кидать рано. О, 200 инкома. Они сейчас прям будут в шоколаде сидеть. Шоколад. Так, ну, Лёха, что там, где Марта? Рассказывай. Так, сигналит короля, чё? Вот, ну, надо одну атаку лапнуть. Марта же упала уже, да, наверное? И вот жила, всё сдохло. А тут момент, когда, ну, блин, Марта вот бы тут очень сильно бы порешала. Я не знаю. Тут реальный завтыкан. Ну почему бы Марту не апнуть? Зачем? Если вы ее строите, надо хотя бы апнуть ее, чтобы было мясо. Ну, интересно. Так, что, с вами 11. Привет. Так, а тут будет толчеванец? Тут бы я еще ламбирик бы сделал на 7-9. Прям они так хорошо плотненько потекли. Эх, ну аплево. Отлично. Не будем читать. Так. 7-10. Могло. Надеюсь, он понимает, что у Алексея нет отвода. Ну, нечем даже отводить. Жаба, дух, гарпия. Тут мне вот танки, конечно, 17 бы пригодились, но тут вопрос, они будут кидать на 17. Как бы отвод нужен. Мне вот танки, ну, прям такое отводить, учитывая их защиту. Надеюсь, я знаю, что у нее защита противационная. И она 17-го быстро будет падать в отводе. Варик могу поставить апну туда. Каша там что-нибудь.
Бугер еще раз завалился. О, привет, Фантишки, как дела? Давай поговорим. Оха, Алексей. Так, ну куда такое? Что тут по королю? Нормально. Они чуть-чуть апнули короля. Ставили тут тенька. Бузервер на семафорит, что надо что-то хорошее поставить на третьей линии и желательно, возможно, нагло. Угу. Нужен вот. Не знаю, в принципе, может с тем раллера, не танков ролить. Тут надо отвод. И вот на все. Кстати, если бы Леха обнул мартом, он бы неплохо так жрал бы. Ух, все на все хватало. Он бы первую пачку смог бы с этой мартой вернуть. Ну ладно, все. Так. Хорошо, отлично. Кстати, отводик. Угу. Тут что у нас? Тут 1800. Походу, господа решили кинуть на 17. Ну, если все Леха сделает правильно, у них шансы есть, да. Так, а что у них по инкорезу-то? Надо сказать, что есть что-то такое, ну, Operation, да. Есть, есть Феникс, но он не апнутый. Правильно как-то все, да? Брат они не апают. Роллер на такой точке, ну это интересно. Что, ролил, да? Получил коней некро, да? Ману. Шаманчиков достаточно, шаманчики есть. Под соклоном печалька. Ну, тут можно что, поставить некро, ману и заролить ману. Вот вот даже тут. Что повалил вообще? Так, 4, 5, пятерок, да, ну приблизительно чуть выше пятерок одинаково, да? Пинком, конечно, по-разному проходит, но я думаю, это незначительно будет, незначительная разница, если оттуда будет достаточно хорош. Ага. Я не знаю, вот это марта ошибка или нет. Ну, мое мнение, да. Больше да, чем нет. Тут бы как бы она и мясо была бы, и как ДПС на 12, да. Кстати, можно вот вот и некро поставить. И. Так, тиник в отводе есть. Я не знаю, будет ли он лапаться. Еще один тиник, да, да. Они явно не нужны. Что он заробится? Больше ничего стоит. Так, легкий отвод. Ну, такой себе есть чем отводить. Есть Баншиха, Коза, есть у меня Флаг за 90, некры, которые сумонеров вызывают. И все вроде отлично, можно, если все правильно сделают. Правильно сбалансирует отвод с основой, то я думаю, все будет чики-пуки. Так, яйцо продали. Так, вообще все клетка. Ушибочка, наверное, на второй клетке был бы он более эффективный. Так, а что тут пишут-то? Так, Так. Чё полез? 2700, 3500, 3100. Ну, чуть-чуть отстаю, да, у них ламбер не хватает по одному. Угу. Угу.
Ну что, сейчас будет момент истины. Оба короли недоапнутые. Я уверен, что Регенка там на минималке. Обоих команд. Ну, наверное, возможно, есть кто-то косячит в спорах, пока я не вижу отвода у Сей Карви. Надо мапать, наверное, крабика, арчей, некрафт, лабуду. О, рыжики. 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 Так, тут практически ничего нет, да? Кстати, вот телега, это хорошо, правильно, она будет полностью выигрывать пачку. Да. Угу. Ну, отвода что-то, мне кажется, маловато. Ваня танка неапнутых, морта там неапнутая. Ну что, поехали. Где засылы? О! О! Махач. Махача всегда приветствую, когда пацаны рубятся прям. Это самое то. Сейчас будем заценим. Вот тут мне интересно, что тут с отводом будет. Что они сделают. Ну, тут танковка вроде бы есть, но блин, ее минимально. Хотя не, вроде нормально, они телеков наштурбали. Сейчас заценим. Так, что по засылам-то? Два демона, четыре кракена, три духа. А тут приблизительно... Не, пока тут меньше. Так, что по тиникам? А, ну тут и тиников достаточно. Правда, не то армия, кажется, они не дефнут. Ну это. Тиника апнули, но я хочу продать. О, блин, на паука бы... А, ну, слава. Так, ну чё, по засылам вроде бы более-менее адекватно. Равно, адекватно равно, да? Фантомы, отвод, некрафт. Надо будет написать, Лёхе, чё, я ошибался. Лёха, я в тебе ошибался, ты некрами отводишь. Так, чё, за кем сидим? Надо, наверное, следить за вот этими ребятами. Угу. Ну, пока все ровно идет. О, кстати, тут отвод сильнее. Ну, видно прямо. Может, там они просто не настроились. Не знаю, походу, они не успеют. Не успеет. Работает отвод пуки. Нет. А ну убьют, бьют демона. Оп, оп, сори. Нет, демона не убили. А тут первую пачечку так разобрали. Зачетку. Сколько тут? 30. Так, что тут надо, 26 штук. Ну не знаю. Не знаю, стукнули этого демона или нет. Он вроде бы залитый. Ну, должен дохнуть. Тут вообще 8 штук прошло. Ну, что я могу сказать? Тут роллов, наверное, поменьше будет. Привет, игра в лейт. Сколько тища, я думал, все-таки кто-то откинется. Например, абузер. Ну ладно. Ой, что ты делаешь? Абузер. Подним абузер, ты че? Так, хорошо. Я не понимаю смысла. Чё это? Чё? Чё за контроль кривой? Кому мы проиграли? Оу. А, блин, я не знаю. Ну тут вроде, наверное, хилка уходила. И... Очень долго, Дима. Нам тут зачем вот этих кракенов убивать? Убить ДПС? Я хз. Тоже хилка уходит, да? А, тут вообще чё, да? Две хилки? Нет. Привет, 31-е. Кому верно попадутся, тот и выиграет. По сути. Ну, я не знаю, пацаны вот эти знают про верно. Нет. Чё дальше Лёха будет делать?
Он же не дохавает это все дело. У них проблема. Чу-чу-чу. Разве что. Спецам. Они будут как-то Леху кормить, не знаю как. Наверное. Чурал. Ачи. Ну чё, хомотный. Хомотный, тебе надо идти в отвод. Угу. Ну, 18-я волна, тут еще ничего не известно, но... О! Вот эти пацаны очень хитрожопые. Они усиливают вторую линию отвода. Вот мне вот интересно было, вот, новое видение, которое я хотел проверить. Сейчас пацаны проверят. То есть, смотрите, он будет усиливать эту волну, он полностью продает вот эту. После 20-й, и тут будут строиться. Плюс ему можно будет инком тут ставить. Алтинник будет вариваться. Прям очень интересно. Но тут может быть косячочек, типа разбейков. Косячок, косячок. Тут не надо стакать, наверное. Так, чё тут? У нас абузер тэпает своими юнитами. Пытается выкормить Алексея Пушистикова. Так, хорошо. О, тут, кстати, варик еще кинуть. Блин, леса вообще нет. Я бы кидал бы с таким вот... О, чё? Чё это он стоит? Ага, я думал, верно. А страшно стало. Ага. Так, а тут что? Алексей, ты не считаешь, что тебе надо зародиться? Или ты хочешь потыкать банш всяких? Наверное, одного минотавра обнин, да? Ага. Ну, блин, вообще, учитывая, каким пиком они играли. Хотя, каким пиком? Яйца. С яйцами нужно любую волну в одну пачку дефнуть. Правильно надо рассчитать. Так, что кинут они 20-ю, но если хотят 31-ю ходить, я думаю, надо. Кто тут? Батя. Да, стандартно. По королю что тут? 29-19. Тут у нас 27-20. Алексей, что ты будешь делать? Ну да, вот тут вообще, вот вообще, ну точнее этот юнит Лёхи понтовские. Всё сосредоточено в отводе, где их убивают. Это печальная новость для команды на топе. Очень печальная. Тут наши погибли как бы. Фениксы. Так, тут ничего класс не ставится. Я не знаю, чего не ставится, но тут типа было бы неплохо. Учитывая, что ару особо нету. Давно хотел вот за эту тему поглядеть. Давно хотел строить так. Посмотрим за этими ребятишками. Что они сделают. Блин, достаточно тала пока сегодня. Тимроллер один и Азура не работа. Я думаю, они... Чё? Узкий усик. Блин, я думаю, смотреть тут нечего. Вроде у всех дефчик должен быть. Я не знаю, ну давайте вот за этим посмотрим. Я думаю, этих достаточно будет от вас. Синик еще со словом, вроде бы достаточно хорошо. Плюс есть лины, не забываем. Очень талый засыл. Так, все четко. Вовремя, все кракера, хоть покали. Можно стакнуть, а можно не стакать, они сами сахарились. Так, а тут что, давай лин. Не, тут лин.
на топе лин. А, не, и тут есть лин. Читеры. Так, наверное, отолмали. А тут из-за переотвода печалите. Ничего и платье. Короче, Алексей нет. Прок провалил за счет не сдан. По отводу. Сильный очень отвод. Вот на что он сделает. Ну, тут лик чисто из-за того, что очень сильный отвод был. Короче, покормить 600. Ух, тяжко будет. Если они, конечно, что-то найдут, и тут надо легкий блин кидать прямо до 25-й. У него все печально. 8-11, и вот эти тоже по 7-15. Угу. Упс. 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 Упс, Алексеевич. Да это кинули, да. Ох, а куда ж вы копите, родные? Куда ж вы копите? Угу. У меня вопрос, вот это будет продаваться или нет? Или он будет как АГ? Ну, тут может, не, ну, о, продал. Оп, чё, может? Есть головы, длина апается, да? Ох, что длина апается. Скорее всего, что будет продаваться, вот. Ну, блин, я не знаю, уже почти 700 инкомов, куда им бросать, это, блин, изи деф, изи бризи. Конечно, не понимаю, что на 31-м же. Буду как заика говорить, конечно, не в обиду заикам, но прям тут ЖЖЖ. Много букв Ж. Чё тут сейф карл надо кидать? Очень много. Очень много, очень много. Чё ты пишешь, Рачина? Я твоего не понимаю, не дам. Ну, я думаю, да. 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 А, я ж не могу писать, бля. Кажется, почему. Да хочу вам сигналить там. Чего будешь? Хочешь? Здорово. Привет. Привет. Как там, ты не записываешь? Записываю. А, блин, я демку хотел взять. Че, у них пёр там развязка? Цин, 31-е. Ну, тут Лёха копит куда-то, непонятно, потому что на 31-е ему жопа, но я думаю, они нигде не пробьют. Это первая игра? Да. Они сейчас, блин, я же за них топлю. А? Я за них топлю. За кого? Ну, за Лёху. Ну, я тебе так скажу, тут вроде проигрыш. Если они их, конечно, не пробьют. А сейчас какая волна? Сейчас 21-я. А, они копят куда-то на 20+. Да, они куда-то копят. А сколько у них плюс на 21? На 21 2К. Как тебе? Это ни о чем. Ну, в этом соли они сейчас ПКД кидают эти. Ребятишки ботовские. Хилов нету у Лехи? Ой, у ботовских. Вроде Леха потерял на 17 и 2 хила, но это не точно. 1 или 2. Ну, суть не меняется. А ботовские? Ботовские, ну тоже точно хилку бы потеряли. Ну если они две хилки потеряли, какой-нибудь лик там на 28 штучек 10 им хватит. Ну блин, у них хилкома 520 и 437. Что-то сомнительно. Пробал какой-нибудь? Ну 5 и 9 тысяч. Это после 20, да? Это после... Нет, тут 5600, 9200, это 22 волна. Это ну, анимо... Не, ну... Вал-то небольшой. Тут инкомер, короче, Лёха отводит все дела. Слышь, ну, не, у них слышишь, вал-то небольшой. Ну, в этом на соль, то есть они на 31 не выехали, хотя тут неверно есть. Но не, они... я имею в виду, у ботовских вал небольшой. Вал небольшой? 12-4?
Ну смотри, 20-я волна, после 19 у тебя стандартный вал должен А быть. ничего, что у них 700 и 600 инкома? Не, ну какая разница тут? Ну, они сейчас еще кинут 23-ю, наверное, они еще больше поднимут. Короче, это вал не в тех играх, в которых на передефе сидят Не, люди. я бы на их месте еще бы кинул 23-ю, но они пока еще не кидают. Пока еще они жмутся. Ну это лег хорошо, но они, кстати, странно, они увидели то, что им засыл на 22 не пришел и не кидают. Это странно. Не, я думаю, к 28 у них валка получше будет. Учитывая их не инком. Ладно, посижу с тобой до 28. Ты думаешь, на 28 все закончится? Я думаю, это 31, потому что Леха кинет на 28, но они вряд ли пробьют их. Я у Лёни спросил, что там, он пишет, типа, Леха... счет у Лёни. Он написал счет 0-0, говорит, мы без пиков, там имба 1-0, походу, в их сейчас будет. Ну, я тебе говорю, что Саид Карл выиграет. А они без пика были? Или это? Леха, да, у них пика особого не было, они с Тиника начали лум. Но Леха яйца словил с этим спидтроллем. Ну, типа, они легнули там 26, что ли? На 7. Ну, то есть это изи деф. Или 21, я не помню уже. Нормально дефнули, а у Айети и Сайт. Короче, последний ролл пишет Абулер у нас. У него вверх пропалец. И некр. Да, верно же имба, можно строить их. У Лёхи так тоже они повал верно. просили уже. Ну да, тут или убиваешь, или проигрываешь, как-то так. Ну хотя бы помнишь, как мы с Матриксами видели? Блин, когда... очень классно строится Сейхикару, они начали строиться на второй линии отвода. Очень интересно, я вот хочу давно эту тестить, эту фигню, но походу им все знакомо. Я это видел у них уже, я удивился. Они, короче, деревяху слово оставили Хускара в первой линии отвода, а все остальное стоит между вторым и третьим линиям отвода. Ну, слушай, а в чем прикол? В том прикол, то, что они сейчас ауры понатыкают, которые не может понатыкать инкомер. Да, инкомер. И у них все ажуры будет. Ну смотри, ты когда на первой линии отвода ставишь, тебя ты не можешь, чтобы тебя союзник подстроил. Ауры. Нету ауры. А в этом случае он может построить ауру тебе. С третьего рубежа хочешь сказать? Со второго и третьего рубежа. Между вторым и третьим рубежом. Это очень хорошая тема. Мне вот интересно, что они так переживут. Вадим. А, что? Ты строишь у себя во втором рубеже, правильно? Ну, дефер стоит у себя в этом. Между второй и третьей линией отвода. А, он между второй и третьей линией да. строится? И так тем самым как... он может поставить ауры любые. Ты имеешь в виду что-то типа того, как раньше кросс играли, да? Да, это полукроссовская тема. Ну, типа вроде не должно быть запрещено. Мы... Не, конечно, не должно. Мы играли с ними. Полик, привет, на 23-й. У кого? У Лёхи с Абузером. Так это им хорошо. Ну, слушай, да. Мы играли против Саи Хикару, я тебе рассказал, по-моему, то, что мы у них увидели один на танк и все, и маленькие инкомы. Ну, как по мне, мне кажется, что они очень поздно начинают строиться в отводе, можно было бы пораньше. Они вплоть там до 19-й там строились в основе, они вот он в отвод не уходил. Потом резко что-то начал строиться, ну я не знаю, посмотрим. Смотри, в чем прикол, у них на 20-м был в отводе один на танк, им туча огров. И они настроили к 31-й, мы думали, что мы им снесем отвод. Они настроили отвод. Причем говно отвод на всяких неотанков и очень хорошо дефнули. Блин, у меня температура, сейчас еле-еле выживаю с этим комментированием. Так. Ну чё, им только некров ставить? Лёха всё-таки пошёл в отвод, не давал им. У него 7к на 24-й, но вот... Это фигня. Полнейшая жопа. Возможно, что Сейхикару, если они не кинут на 27, они могут в обмен кинуть. У них дерева достаточно. Да, на 28. Если что-то 28-я, потому что я не думаю, что из-за стимроллеров, которые у Сейхикару есть, они будут брезговать кинуть на 28. Ну, посмотрим. А, о, они слово продали с первой линии отвода, да? Угу. Блин, извиняюсь. Блин, еле-еле опс выбросил. Мол, говорят, сейчас будешь стрима палить.
А кто? Сай Хикару? Ну, Хикару я с ним списывался, что-то как-то. Я говорю, ты что, не знаешь, что у меня есть канал, все дела? Он говорит, нет, не знаю. Обидно стало, прикинь. Ну, я не знаю. Блин, ну у них все в отводе прям отлично. Есть Петроль, есть Танковка, есть Лины. Прям... Все хорошо у них. Бля, я у него сразу спрошу, у Саи. Зачем? А, ну спасибо. Опс. А, блин, ну такой пик грех заруинить, как говорится. Еще самое главное, блин, они так играли, что они потихоньку ликали. Они ликнули, вот на второй много ликнули, они 19 штук ликнули, но Саи потом, Хикару? да, они просто ничего не добавляли к харчам. Ну ты понял, да? А, у них харча? Да, две арчи было. Ну арча такая херня, то что ликаешь на 2 и можешь просто потом по своего играть сюда, почему? Да, потом были 3 арчерки, потом были 4 арчерки. И он, прикинь, с 4 арчерками дефнул Урсу, Орка и Спам. На 4? Да, пустил только 3 моба. Ну это вообще не лик. Фигня. Ну а тут пика не было, конечно. Но в итоге они неплохо так разобрались. Они ликнули на 7 там и 8, и все. Блин, ну, что, реально, что, 28-я? Ну тут лес прилично. Бум-бум-бум-бум. 7К. 7К на 25-й. Ну, десятку, наверное, кинут. На 28. По десятке кинут? Ну, я думаю, по десятке это будет. Такая тема то, что если Саи Хикару тебе с трудом дали накатку опс, если они сейчас проиграют, они вряд ли опс дадут мне. Ну не знаю, ты уже спросил у них? Он игнорит, не отвечает. Лёня с Лёха зафейлили, кинули на арчи пятую. Блин, арча там прям изи читалась, я не знаю, чего они так заруинили себе. Чисто покормили пацанов. Тебе, наверное, сказали спасибо. От души, душевно в душу. Так, ну чё, Лёха ещё пускает 16 штучек. Ладно, беру свои слова обратно, это, наверное, больше 10. Ну ты учти то, что им размен прилетит, они прибудут. Да, на... размен есть. Им надо было без 28, без отвода играть тогда. Всю основную силу в мид тыкать, чтобы... Ну, смотри, вала уже больше, явно больше. Уже больше. Те, кто на вале, у одного 13 тысяч, у другого 17 тысяч. А по инкомерам они одинаковы. Вот так вот. Так, ставят на 26-й антигули со стороны инкомера. Чё? Вот. Пауна. О, барычи, блин, ну это опасная тема. Короче, инкомер у нас поставил в отводе барычу, который может зацепить. И он может и скорее всего зацепит. Прям я хз. Может надо было их вперед поставить? А, вперед он уже не может, да. Так. Ага. Так, 27. О, Лёня кидает 27. Кстати, Барра ушел в ТП, ой, там, ну, точнее, вглубь зашел. Ну, вот интересно, это очень... А, вот Барра основу бьет, да, это печально. Ну, эти господа не знают, что это 27, который 27. Ну, блин, это интересно. Ну, если они дефают, то ГВП сразу. Леха там в отводе не дефнет, нифига. Очень интересно. Да, наверное, ты сейчас их не отвлекай, если ты им пишешь. Сейчас будет мясо. А, да, я, в общем, я просто просил, написал, не даст. Нифига себе. Ахмеду не дают этот.
Печально. Ну ладно. Он уже не отказывается, написал. Бля. Сейчас проживу эту некрасиво на запись. Короче, он уже не отказался, а сказал, дай доиграй, там посмотрим. Ну вот, возможно, тут. Кстати, они А, я знаю, почему они ставят антигули. Со стороны Комера, со стороны. Чтоб те ушли поглубже. Немного. Это фишка. А, надо запомнить. А тут морд. А бузер морд натыкал. Ну да, он сказал типа последний ролл, а тут вы верно, наверное, лучше было. Ну. Ну чё, смотрим. Куча большой засыпчик. Если бы верно в последнем ролле, то если бы они не копили, могли бы выиграть. Да, ну тут ва-банк типа пошло. Угу. А лорды есть у бузера? Нет лордов, тут морды. О, ой, он сейчас все. Сейчас все заруинится. Да, жопа. Что такое? Короче, Нага пошла в этот, до инкомера туда. И половины пачки не согрелась. Ну это ГГ. Что-то не понял, как Нага пошла до инкомера? Она согрелась с отвода, и получается она развернулась. Короче, это из-за того, что они во второй линии строились, да? Да, это скорее всего, что во второй линии. Ну, Нага тупо развернулась, она половина пачки такая. Получается, пачка из-за Наги поделилась. Это жопа. Это получается то, что если бы строились в первом рубеже, было все нормально, да? Ну, да, скорее всего. Ну, сразу же ты минус нашел, это постройки. Да, ну, тут надо аккуратно. Да, но это как я не знаю, они АГшки ставили, я пропустил этот момент. АГшки со стороны Сэя. ГГ, да. Какой лик? 40 штук, 43 штуки. Ну, намудрили, чё. Блин, почему против нас так не тупят? Я КЗ. Да, одна хилка была, но это не деф, в любом случае. Просто так. Тут не наша проблема. Не знаю, пиши, возможно даст. Ну, я попробую зайти, а там посмотрим. Но я думаю, они как-то на бомбоме не дадут. Бля, ну хотелось бы посмотреть на самом деле. Чё? Нет, подожди. Так, блин, с этими рейсами я сделаю. А, ЛТД 1-1. Моя наленья сейчас ржет вообще. Там надо. Напиши им. То, что. Напиши, как они выиграли. Надеюсь, из-за дизморали они нас сейчас не покикают. Что там, кару больше, наверное, решают? Ну чё, 1-0, поздравляем, первый кат за бузером, с Лёхой. Да, бузер вышел. Это чё, типа лобби запало? Да. Прощай, лобби. Ну, вообще по игре они нигде не тупили, вообще у них не было. Они все правильно делали, они кинули 12-ю, мы кинули, они кинули 17-ю.
подкинули на 20-ю и с хорошим иконом вышли. Наоборот, царилась. Там был переадрес. В смысле переагра? Ну, смотри, Нага царилась в отводе, да? Там моба какого-то убили из волны, и она развернулась в основу. Понимаешь, и вся пачка типа в основу пошла или что? Нет, одна Нага пошла в основу. И получается, она на центре была, и половина основы ушло, царилась. А половина нет. В основе половина. А отвод не дефнул? Отвод не дефнул, нет, там. Надо было больше им цинковать там. А, типа отвод не дефнул, потому что пик. Ну я понял, отвод ну, просто. Надо протёк. Было, она была в этой основе. Вот они видят, что типа соперник копит, они должны кидать там, вот до 25-й. Кидают до 25-й, до 26-й, и все, и поехали. Да можно не обязательно. Ты понимаешь, что когда ты выходишь 900 инкома, тебе пофиг вообще. Да, хотя бы до 23-й надо было кидать. Ну, 23-й там они уже поняли, что те копят, и они хотели разменять на 28. Ну вот, и потом копить на 28. Или, нет, ну, хотя да, кидать по КД просто. Кидаешь по КД, выигрываешь катку, вот всё. Ах, метрап. Ну что могу сказать, они сами себе испортили как. Могли спокойно дефнуть. Зачем тогда в лобби заходить, не знаю. Блять, ты прям, блин, я тебя хотел с игры кикнуть, чтоб ты понял, что я умею с игры кикать. Хочешь тебя кикнуть? А ты можешь? Попрошу его. Сейчас зайдет ты на изи. Слава. Он кикает. О, блин. Да успокойся ты, господи, блин. Слава, видишь, Слава, твой напарник. Славик. Не признаешь, еще и кикаешь. Ну, Тикару зашел. А нет, это Холдбелл, да, ну я ж. А зачем? А кто что открыл? Не знаю. О, как? Кик неверного. Без опса. Сори. Лол. 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 Ясно. На. А, короче, чё? Одна катка. Ну, бля, вот видишь, проиграли, ещё опсы виноваты. Чё могу сказать? Ладно, всем спасибо, соперники Абузера и Ахамотного против, так и запишем. Всем спасибо за просмотр, я думаю... Не знаю, что я думаю, короче, все, до свидания.